Добро пожаловать в команду Ситимобил. От знания приложения и его режимов зависит успешность вашей работы. Давайте познакомимся с водительским приложением Ситистарт Новый. Для начала нужно войти в приложение. Для этого проверьте подключение к интернету и активность GPS. Он должен быть включен всегда. Войдите в приложение. Введите номер телефона и нажмите кнопку «Войти». Предоставьте приложению все необходимые разрешения. Для открытия смены переместите бигнок вправо. Далее вы можете выбрать дополнительные опции. Если у вас заявлено детское кресло, необходимо подтвердить его наличие. После открытия смены и прохождения фотоконтроля вам будут доступны заказы. Все заказы можно посмотреть в меню, нажав на правую иконку внизу. В этом разделе вам будут доступны поток заказов, горящие заказы, а также предварительные заказы. Предварительная информация о заказе, указываются адреса подачи и завершения. Чтобы принять заказ, нажмите на кнопку «Принять заказ». После принятия заказа нажмите на заказ, чтобы отобразилось время подачи автомобиля, сумма и способ оплаты, полный адрес подачи, полный адрес назначения, имя клиента, дополнительные требования и примечания к заказу. Для связи с пассажиром вы можете открыть заказ и нажать на кнопку «Позвонить». Когда вы прибыли на адрес подачи, нажмите сверху на статус заказа и измените его на «Прибыл» или нажмите «Да» на всплывающем окне. Обратите внимание, что ставить статус «Прибыл» до прибытия на адрес подачи запрещено. Время бесплатного ожидания составляет 5 минут. Если клиент задерживается, включится платное ожидание. Вы увидите, что пошло платное ожидание в карточке заказа и на карте. Когда клиент в машине, установите этот статус, нажав на верхнюю часть экрана. После установления статуса начните заказ, двигаясь к адресу назначения. После прибытия на место назначения нажмите на заказ, выберите тип оплаты, выберите «Закрыть заказ» и нажмите «Выбрать». Если клиент не оплатил заказ, необходимо незамедлительно связаться с поддержкой, не закрывая при этом заказ. Брать личные вещи клиента в качестве залога запрещено. Удерживать клиента в автомобиле запрещено. Если вы хотите завершить заказ и закрыть смену, нажмите на «Закрыть смену». Эта функция автоматически закроет заказ, а далее закроет и смену. Специалисты поддержки помогут решить любой вопрос. Чтобы позвонить в поддержку, необходимо зайти в раздел «Сервисные номера». Также в этом разделе реализована связь с парком-партнером. Чтобы написать в поддержку, необходимо зайти в раздел «Написать нам». В разделе «Мотивация» вы найдете всю информацию о персональных целях и гарантированном доходе. Нажмите на знак вопроса, чтобы прочитать подробнее о мотивации. В главном меню вы можете найти кнопку «Слои». Нажмите на кнопку «Слои», которая находится в правой части экрана в разделе «Карта». У вас откроется меню, которое содержит следующие слои: «Горящие заказы», «Предварительные заказы», «Коэффициенты». Слой «Горящие заказы» показывает заказы, которые требуют срочного подбора. При этом вы самостоятельно можете выбирать подходящий заказ. Здесь вы видите адреса и стоимость заказа. Вы можете включить настройку геозоны. Она позволяет получать заказы в том направлении, которое вы выбрали. Если геозона не включена, то работает стандартный режим подбора заказов. Для смены режима нажмите на стрелку у названия режима. Функция «Финансы» помогает отслеживать свой баланс за выбранный промежуток времени. Здесь вы можете вывести средства, нажав на кнопку в верхнем правом углу. Чтобы сменить партнера, зайдите в свой профиль и нажмите на партнера. Нажмите «Сменить партнера» и подтвердите свой выбор. Перед сменой партнера обязательно выведите свой баланс. Партнеру, которому вы подали заявку на переход, необходимо его подтвердить. Для того, чтобы вам были доступны все заказы в Ситимобил, выберите в настройках подбора тарифы, подходящие под класс автомобиля.